Привет, друзья! Обработал подкову ортофосфорной кислотой. Смотрите, что получилось. Рассказываю подробности. В прошлом году у меня был отчет о неудаче, постигшей меня. При очередном сеансе кладоискательства у меня вышли из строя две литиевых кроны. Но я тогда нашел вот подкову, еще один кусок железа непонятного происхождения. Вы же мне и посоветовали, как с этим всем поступить. Берем емкость, берем вот такую штуку. Соблюдайте инструкцию применения. Работаем в очках, в перчатках. Соблюдаем технику безопасности. На открытом воздухе работаем. Так. Ну и заливаю это все хозяйство. Вот такая желеобразная масса. Сейчас плюс 18. Время 13:15. Так, аккуратно закрываю это хозяйство. Ну и ждем. Задача удалить ржавчину. Добраться до металла, очистить подкову, чтобы ее можно было достойно повесить над дверью. Ну а кусок железа чисто символически узнать, что это за кусок железа, если удастся. Время пошло. Вытащил подкову, тщательно промыл водой. И удалил черный налет зубной щеткой. Металла пока не видно. Продолжаю процесс удаления ржавчины. К 19:00 появились пузырьки. Это сигнал о растворении металла. До металла. Можно прекращать процесс. Кислоту с содой не гасил. Подкову обильно промыл водой. После химической обработки ржавчина почти вся удалена с подковы. Подкова пролежала несколько дней на воздухе после чистки. И смотрите, какой красивый получился налет из пленки. Химики, расскажите состав ее. Подкову закрепил над дверью. Смотрите внимательно, какая красивая патина образовалась. Это и не ржавчина, это пленка защитная. Дальше полностью обрабатывать я не стал от раковин и прочего. Чистить наждаком, чтобы сохранить, что это настоящая подкова, которая была подкована лошадь, и которая была найдена. И которой, не знаю, лет 60 точно. Подписывайтесь на секрет мастера, смотрите другие видео.